Всем привет, друзья! Мы приехали в магазин потерянных посылок. Сегодня одежды много. Да? Панчо. Или что это? Онлайн. $35. $35. Тут тоже такие товары. Протеины, санитайзеры, соки, молоко. О, витамины даже. Кардон-марин, биотин. А, смотри, на столбы. Подсветка, да. Да? Или Solarlight. Подсветка из двух штук. Панель, да. На солнечной батарее. Вот такое нам, похоже, попадалось, да. Кстати. Это что, для ног? Массажер водяной? Да. Возможно, да. Ну, невозможно, такие есть. Ой, барби. Красиво. Ой, попалась, смотри, какая красивая форма, да? Интересная, необычная. Для вина, для красного, ножки. Скорее. Блин, мне кажется, там побитость. Судя по коробке, да, все возможно. Смотри, палочки деревянные для мороженого. Да. Интересно. Так, двигаемся дальше. А это что? Шлем. Что это? Не знаю. Ладно, маркировка есть, но непонятно что. Смотри, корзинка плетеная. Да. Большая. О, такое мы любим, кстати. Да. Органайзер для баночек. На консервации. Протеин банка. Еще большая игрушка. О, это уже мишка с этого выросла. Но все равно интересно. Так, тут что непонятно. А, picture frame тут. Да? А вот смотри, это, наверное, для бутылок. Скорее всего, в форме сот. Да. Сетка куда-то, волейбол, да? Да, волейбол сетка. Интересно. У нас на бэкьярде можно. Коврик ванны. Нам надо, но не такого цвета. А это что? Полотенечко. Полотенце. Тапочки это для не кухни, надо? Кстати. Ну да, да. Теплые тапочки. Так, тут непонятно, без маркировки. Это что такое? Пинята. Это для машины. Рядом ты органайзер можешь, да, органайзер, баночки там, если ты понимаешь, это не так, да. Прожектор. Или проектор. Визовики. Ну. Визовички маленькие. Можно было бы на вырост. Это... Что-то брать. Фонтан на солнечной, куда? Батарее. Просто? Да. На улице декорация. Так, картины. Ой, смотри, подушка. Да, memory foam. О, это что такое? Кому-то на подарок. Динозавр. Да? Ой, смотри, лего или что? Да, тоже это лего. Большой такой, столько коробок больших сегодня. Еще динозавровые игры. Вот игрушки, да. Очень много. Ух ты! 3+, и музыкальная, барабаны. Это типа караоке, драмс. Ой, смотри, драмс. Какая кошечка. Да. Мягкая игрушка? Да. Такая игрушка. Так. Ага, интересно. Marble Run. Походу, кидаешь что-то, и она так крутится по всему. Смотри, нам, похоже, кукамелон, да, мы, да, покупали. Наборчик. Это что? Ничего не понятно. Да, фильтры, это фильтры какие-то. О, это, наверное, кухонная. Да. Kitchen utensils. Это ложки, вилки. Не ложки, а типа ларёшки и всё такое. Хваталки. И нет много. Хваталки, что они пустые. Молоток деревянный. А реки отбило. Да еще, наверное, это торбочка. Да. В торбочку ложите, отбивай. Чёрная тюрьма? Да. Бабочка или что-то. Очки. А, это гейм... Это... Как она? Контроллер для приставки. Прикол. Так, Santa Jesus. О, это игра тоже, видишь? Новая, походу. Новогодняя. Так, ну это я показываю. Молотилка. Делайте предметы. Корзинка маленькая. Крэшку. Ой, вот этот органайзер. Написано Makeup Organizer. Так, вот это что-то новогоднее, но мне кажется, это для собак. Может быть. Одежда. Сейчас холодно. Так, еще одна игра. Замешанная из лего и все. Да. О, ну, большой столик. Ну, это так, кровать где-то положить на диване, когда ты, да, там релаксируешь. Что-то для принтера.
какие-то вставки. Это термос или что? Кофе-пот, да. Даже рисунок есть. Ну, как термос, скорее всего. Какие тапочки. Коробка. Hello, Summer. Ну да, до Summer нам еще далеко, но, в принципе, можно. А здесь humidifier, увлажнитель воздуха, 2 литра. Так, тут, скорее всего, еще обувь будет. Куча коробок, не понимаю, так, не заглядывай. Ну, а тут сейчас... А, это плед, кстати. Ага, это электрица, это подогреватель. Ух с подогревом. Ты. Хорошо. Так, или тоже ты брызгал. О, господи, смотрите, друзья. О, коврики. Тут это туалетные памперсы. Коврики. Еще лего. Это что такое? А, для котов царапка. Играть. Да. Халат, наверное, здесь. Надо. Forever Lazy. Это для Ульяны. Да? Шутка, шутка. Это Crystal Bullet. Это для Activity на улице. Штора. Штора, да, интересно. Две штуки, скорее всего, да? Две штуки, ага, на борт. Вот шланг. Ну, растягивающийся. Да, посуда или что? Тоже стаканчики какие-то. Интересные. Да-да-да. Для бара. Ой, смотри, а не для какая чая. Классная деревянная игрушка. Но... У нас, похоже, есть. Похоже, да. Действительно. Коробок много. Ты тяжелая. Да? Ого, вообще килограмм 5, наверное. Ну, тоже ничего не понятно, да. Да. Супермаркировка. Так, еще грибы шутаки. Какая типа... Опять поливалки. Слушай, мне это кажется, это для котов. Может быть, может быть. Да. Деревяшки. Декоративные наволочки. Для туалета. Шитаки. Как я уже показал. Да. О, что-то непонятное. Ага. Наверное, большие сапоги для меня. Да-да-да. Одежда, да. О, картина маленькая. Нам, похоже, попадалось, кстати. Что-то да, в вакуумном пакете. А, непонятно. Да, а это смотри, какие-то грызунцы, похоже, да? Да, деревянные. Но для деток. Так, опять погремит. Погремушка. Не здесь бутылочка. Тари. Так, это что? Это для торта. Смотри, какая большая, да? Да. Можно тоже будет да. Сделать. Смотри, какие тапки. О, а это что, желтые? Я скажу, примерик подходит? Подходит, да. Какой-то рулончик чего-то, контейнеры. А, детские баночки, наверное. Ну, у нас уже есть, да. А это что такое? Карпс. Это поздравительный. Такой попыт. Коров пиньяк, да, это что? Решили устроить праздник. Для мочалок, я думаю, организатор. Ну да, а нет, это его эспрессо машин. Может, что-то туда сливается что-то. Нокбокс, я не знаю, у вас нет такой машины. Салат, я думаю. Тоже какая-то коробка непонятная. О, вот это для мочалок. Ну, у нас было, я выбросила, мне не понравилось. Не подошло, не подошло. Копи-холдер. Вот это нам попадалось. Ага, для мы грядок, поняли, да? Сначала что? Мы сначала, это для грядок? Нет, это казалось для кровати. Вышелки. О, это нам пригодится через лет 20, я думаю. А может раньше, тоже раньше. Декоративные цветы. Ага. Какая-то сумка дорожная, наверное. Пьяненько. А это что? Ой, нет, это что такое? Oral Irrigator. Это, скорее всего, чистит флос, видишь, для зубов. А-а-а. Под давлением. Быстрее будет подаваться зубы. Дверка для котов. Да. Для насекомых. Трап для насекомых. А это ловушка. Что-то для детей. Zen Sack. Скорее всего, одеваешь в эту штучку Better Sleep. Видишь? Смотри, а, выглядит, ну да, мышки уже, мне кажется, плохо. А это что? Это пульки для, да, для нерв-ган. Это тяжелые крепления. Саундбар, это для музыкального. Тоже ничего не понятно, еще параллельно. Glass bottle, ну открывать не будем. Glass bottle tapper. Фильтра. Что-то для стекла. Что-то рисовать, наверное. Да, он чайник даже стоит. Ну. Симпатичный. А для, вот для ногтей. Для ногтей. Лампа.
голові, на спіда, ортодонті. Дуже штуки. А, це, скоріше всього, така, смотри, яка вона мощна стоїть, так? Ну, та, ну така, так. Да. У нас чуть-чуть поменше, но есть уже. Блин, а, это типа только наоборот охлаждает, да? Охлаждает так, часы. Пока ничего не видел. Ну, вот такие настенные. Extension cord. А вот это что такое, смотри, как стекло, да? Это столешка, может, на журнальный столик. Да. И крепление. А, это да, для биде, для биде. Чистить ананас. Тоже, смотри, куча. Всякие техники. Да. Чашка? Сантехники, техники. Electric cooker. Это, наверное, какая-то кастрюля. Угу. Это даже slow cooker, да? Похоже. А, щетка в туле. Маленькая. Обычно не такой, может, так что идет. Вот. Ты хотим такой дозатор? Да, да, да. Диспенсер. Ну, электрический. Бутылка опять, как всегда, много бутылок. Машинка какая-то, может, да. Не видно ничего? Нет, ничего не видно. Не выкатали, да, аксессуары, скромные. Шарики. Не, это не машинка, это крючки такие. Прямого болтку. Интересно. Не выкатали аксессуары, да, типа, вот это новость. Вот это для мальчика было бы, конечно, богатство. Хоус. 5 шланг или что? Да. Коннект. Ну, для пропанового там. Непонятно. Да. Коробок много сегодня. Нам тоже попадалось. Вот. Это интересно. Обогреватель? Скорее всего, просто воздух, конечно. Я охлаждаю. Пакеты. Розовом это ящик. Боже, наверное. Скорее всего, это паструм. Нет, это целый кабинет. Ничего себе. Он будет тонкий, получается, ну, подумаем. Подумаем, да. Просто он полуоткрытый. И, скорее всего, да. Опять, как всегда, а вот детали повыпадали. Да, да, да. Мы с таким уже сталкивались. Так, одеяло с подогревом. Это, скорее всего, тоже чехол нашел. Блин, тяжелый. Ну, дубашка это, кстати. Сюда не сильно. Дубашка уже порезана. Если это на дубашку. Вот смотри. Красивая коробочка. Ти-лиса. Да. А вот это планский бамбуковый. Это мне подойдет. Из семи полок. Да-да-да. Вообще. Да. Так, это фары на машину. О, да. Лампочки, лампочки, да. Это что-то для пола, пенсика. Одежда. Джинсы. Lazy Susan, ну как там? Это мейкап органайзер. Он крутится, типа, чтобы тебе удобно было набирать. И вот органайзер, да? А это тулбокс. Написано, ну, розовое. Ручная. Лампочки. Красивые, винтажные. Да. Тоже black mask. А, черные маски, да, обычные. Маски. А тут что такое себе? Смотри, большая коробка. Это камера. Может, это макромелом? Это в машине, мне кажется, подстилки. А, да-да-да, резина. Для резины, да, коврик. О. Смотри, Антон, это, наверное, макроме. Ну. Их много. Тоже крепеж какой-то. Для дома, да, крепеж телевизор. Да. Так, что-то для детей. Вудинбокс, это для рисования. И вот. Это, такой, да, игрушки. Ой, смотри, такие, как классно упаковано. Ага. Упаковочка интересная, непонятно, ну, что. Чтобы это молоко, знаешь, написано. Да. С гравировкой. Дизайн, да. Органайзеры. Ага, постельные, скорее всего. Органайзеры. Что-то для детей. Что-то для детей. Развивашка какая-то. Да-да-да. Книжка. Книжка, да, книжка. Драма написана. Лупа, лупа или как правильно? Ну, да-да. Не, это Air Fryer Paper Liner. А-а-а. Для сковородки. Да. Пергаментная бумага, да, так, да? Для Air Fryer. Да. Фильтра. Это вообще ножки это для кровати. Да. Вот это большое, тяжелое, вырезано, что ничего не написано. Да. А, о, смотри, какая хорошая обувь какая. Но в Ульяне, я боюсь, это будет
маленький уже. Может быть, да. Но симпатично. Ой, нам то, что похоже попадало. Да. Это, наверное, поилочка для котов, да? Да. Две тарелки. Две мисочки, можно сказать. Какая-то что? Топлор, это тоже миски с собачкой, кошки. О, опять эта штука для тортов. Ну, ксилофон. Похож? Ксилофон. Смотри, новенькая пленочка. Не-не-не, это для... У нас же что-то попадался, не? Не, я не помню. Это для дверей ключики. Да? Смотри, что это. Симпатичная коробочка. Свит ТВ. А это что-то интимное. Да? Да, там написано. Интимное. Так, большими буквами написано. О, ложки. Ложки, а нам тоже подпадали сегодня. Новогодние, вот, да. Это что-то красивое. Листочки, декорации. Да. Еще одна игра. Тебе не надо, да? Или это мне для веток? Это, скорее всего, тебе. Да. Все, что тебе не надо, это мне. Да-да-да, все, пропускаем. Ну вот мы думали. Вот это для Айр, да? А, вот эти? Нет, для кофе. Такого большого чайника. Да. Мне нравится такие штуки собирать, интересно. А грибов много. Можно собирать на целый год. Монополия какая-то. Ну, это, мне кажется, просто деталь как монополии. О, смотри. Баунти Паунс. Это резиновая штучка. Тебе нравится? Да, надувной? Хип-хоп, да. Курей? Ну, типа, да. Лошадки. Да, да, надувной. Видишь, да. Смотри, вот он так. Ой, вот. Классно как. Да. Ой, много чего интересного. Спрей-бота. Ну, вот, смотри, тоже большой. Это ничего. Нет, ничего. Вот такие коробки всегда интересны. Да. На таких коробках чаще всего детали пропадают. А, стимер еще один. Так, это что-то непонятно. Часы, весы. Подсветка, миррор. А, подсветка для... Машины. А, да, это для этих поворотников. Neck fan. Это обдувает шею, да. Чтобы жарко не было. Это в микроволновку накрывать крышку. Тоже много. Корзинка, органайзеры. Декорация. О, вешалки для брюк, наверное. Угу. Кремпеля. Как? Кремпеля. Теперь раз их слышу. Второй. Ну. Так, дезодорант, колбой. А это что, сумка или что? Жилет, мне кажется. Спасательный. Да. Может быть, похож. Аккуратная. Да. Игрушка. Да. Динозавр. Да. Динозаврик. Похож? Не попос. Смотрите, пух под носом. Еще. Еще один динозаврик. Еще. Да, смотри. Ой, есть. Много игрушек, смотри, да? И игрушек вообще с динозаврами. Да. О, Мириска, это тебе... Это маленький или всем? Смотри, какие разные. А, от больших до маленьких. А я сразу на юшку. Так, смотри, тут вообще тройная. Прикол. Чуть двойная, смотри. Да? Какие-то разные дизайны щеток. Короче, всем будет. Не только Миюшке, и Уляшке было бы. Хотя мы уже понабирали и пасты, и отбеливатели, и зубных щеток. А там что? Ничего. Это как для степлсов, для гвозди какие-то металлические. Декоративные щеток. Да. Ого, коробок, конечно, и хороший. Ну, Easy Home. Desktop. Чехол на планшете. Tomba Binding Machine. Я не знаю, что она делает, что-то связывает или что. О, ты показывал в начале рубашку. Это, наверное, да? Она. Только новенькая. Клетка, клетка. Ну, утепленная рубашка. Мне кажется, клетка. Да? Ну, может. Игрушка, да. Поднос, поднос. А, если смотри, насколько, да. Это что? Хайландер, рам и баттерскотч. Ого, молотый. Ну, спрячем, заберем потом. Вот так, просыпаем. Вот смотри, какой купит. Угу. А это что, отражательное? На фотостудии или... Скорее всего. Что-то,
пошли. Ну, это чистить язык побольше. Или чистить, или массаж делать головы такой. Нет? Ладно. Это пакеты. Пакеты, сумки, джинджербред. Но это не дом, это олень. Санка, ну. Это что-то китайское, наверное. Да. Много чего. Фига. Это, наверное, какой-то костюм на Хэллоуин, да? Похож. Стульчик. Непонятно. Похоже, как и тачка, без колесиков. Ну, да. Для кекса. Не знаю. Так, болтики, винтики для дома. Это сад огород, Тима. Ой, смотри, эти штучки. Все подвязывал, да? Машинка. А, машинка уже, скорее всего, отъездила. Смотрите, базовые. Так, еще стаканы для кофе. Ну, здесь два, нам показалось четыре. Чашки, да. Но они большие, наверное. Может, кофе макс. Да. Скорее что-то всего, на... будет больше. На... для вечеринок, да. Это игра. Это игра. Холодильник, это, наверное, органайзер для банок. Для банок? Точно, у нас точно, такое да. Тоже есть, попадается. А это что такое? Сушеные фрукты или что? Скорее всего. А, нет, это черный чай. Черный чай? С разными вкусами. Ну, в пакетиках, да? Да. Так, это для цветов. Хорошо. Фен. Фен-фан. Фен-фан. Это... глаз-ботокатор. Бриться тебе не надо? Это стрика здорово. Да? Не знаю. Ничего нет, ничего не написано. Но тяжелое. Написано distributed by Target. Это коврик. Такой, видишь, какой интересной формы? Вижу, да, что он какой-то потрепанный. А потому так интересной формы. А так интересно. Так, для рук. Для льда, наверное, замораживает, да? У нас тут их много уже. Ой, что-то такое интересное, разноцветное. Да, с какими-то штекерами еще подключается. Так, вот это, наверное, кофта ношеная. Ну как так? А, это, да. Она даже не ношеная, она скорее долго лежала и плесенью покрылась, видишь? Да. Ну, все возможно. А это? Амазон? Ну, длинная такая. Да. Наверное, для... как для пылесосов, да. Похоже, да? А вот это? Ого! Тут же такая большая. А ну! Ничего не написано, но... это и для картины оно как-то тяжелое. Спрей бутылочки. Наверное, да, пластмассовый, да. Более легкая коробка. Так. Что-то для клавиатуры, наверное, да? Что-то розовое. Да. Декорация. Да, это в гараж можно такой. Ой, повесить. Что-то да? В чехле. Давай заглянем. Деревянное. Это деревянное. На волосы. Вот тоже игры. Игрушки. Электрик, баллон, а, это помпа на два чайника. Вот то, так как мы набрали много шариков, да. Для декорации, вот, конечно, пригодилось бы. Ой, какой ой, классный, ну, набор для мальчика. Это точно инструмент для играться. С детства развивать. Да. Куплет. Ну, это что такое, Joy 3. Смотри, какая длинная коробка. Ага. Так, все, значит, друзья, пойдем мы... набирать коробки нам уже, мы вам показали, что тут есть в магазине. Сейчас, о, все, да что? Сейчас все наберем. И ждите наших новых распаковок. Всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем огромное спасибо. Всем пока. Всем пока-пока.